А в Акуловке и Боровичах альянс врачей сегодня штурмовал районные больницы. Московские общественники во главе с Анастасией Васильевой пытались проникнуть в медучреждения, чтобы проверить, проходят ли там забастовки, которым они призывали медиков. Сама Анастасия Васильева на просторах сети интернет, на страницах своих пабликов анонсировала начало забастовок в новгородских больницах 18 марта. К саботажу она призывала и персонал клиника, а сегодня, как и следовало ожидать, в сопровождении камер попыталась лично проверить, как работает Акуловская ЦРБ. На входе ее встретил исполняющий обязанности главврача Вадим Ладягин. Он попытался призвать москвичей к порядку и соблюдению режима в медучреждении. Вы понимаете, к чему вы призываете? Вот сейчас поступит вызов, что человек лежит и умирает. А вы говорите, скоро не выезжаете. Впрочем, медучреждение в Акуловке продолжает работать в штатном режиме, как и Боровичская ЦРБ. Туда сегодня тоже нагрянул альянс врачей и также попытался вмешаться в рабочий процесс. А после общественники провели встречу с жителями и медицинским сообществом райцентра в одном из местных ДК. Разговор прошел на повышенных тонах, но конструктивного финала этой беседы так и не случилось. Подробнее об этом в завтрашних выпусках новостей.